лет назад, да? Вот здесь вот хорошо видно, да? Вот прям вот так если просунуть. Вон он черненький.
вот с нами. Вон. Дальше он пошел, зашел и дальше. Сейчас сцены, обратно будет выходить. Сцены в канале уже пошли. А я сейчас, короче, на Садовой напротив Абрашки, я вижу. Я вот прям рядом за забором, нас не пускают, мы здесь как звери столпились, короче, вот от лица, что пускают. Я вообще чисто случайно здесь оказался. Алло. Вот я его прям вижу сейчас. Алло. Не могу, не получается. Интернет что-то догонит. Да. Пиджаки. Прическа, как обычно, ходит, не разговаривает. Вон он пошел. Ну что, я приехал на поле. Идем в сторону. Случайно вообще мы здесь оказались, я даже знаю, что там. Такое может быть. О, он идет в ближний забор. Темновато, он прям близко был, с ногами и все. Я говорю, на этом месте? Я не знаю, я уже запуталась. Ну, полчаса, 40 минут, пожалуйста. Вот, смотри. Я, честно говоря, я сама занимаюсь видео. Возьмем что-нибудь сделаем. В плане того, что осветлим, попытаемся. Я думаю, что вряд ли палат и отель. Нет. Сейчас зато светло, светлое. У меня видишь, снимала, сильно светлое. Ладно, я пойду. Ну я сейчас могу посмотреть, если он здесь. А вон он стоит. Напоследок. Мне кажется, я увидела диалогов английском, мне кажется, я бы.
Так, отходим! Отходим!